Волна насилия, которая прокатилась по украинским городам 9 мая, встревожены и в Страсбурге. Об этом сообщил депутат от оппозиционного блока Александр Вилкул после встречи с вице-президентом Европейского парламента Иоанном Мирчейпашку. Тот подчеркнул, важно, чтобы в стране уважали демократические ценности и право каждого выражать свое мнение. А нападение людей с неонацистскими настроениями на стариков неприемлемо для государства, которое позиционирует себя как европейское и стремится в Евросоюз. А там, как сказал Александр Вилкул, ждут мирную и предсказуемую Украину без радикалов, навязывающих свою идеологию. Здесь, в Страсбурге, в Европарламенте, в среду состоится подписание окончательных документов по безвизу. Но европейцы, мягко говоря, дипломатическим языком, очень обеспокоены той волной насилия радикалов, очень часто с неонацистскими символами, которая вылилась на улицы городов Украины на 9 мая. Это не европейские ценности. Европейские ценности – это демократия. Это право каждого выражать свое мнение. А радикалы, нацистские символы, избиения и нападения – это точно не демократическая Европа.